и сегодня я хотел рассказать про пятницу 13. Что это такое? Пятница 13. На самом деле, пятница 13 такая вещь, каждый суеверный человек скажет, что 13 цифра это опасная цифра. И при этом вы можете думать, что хотите, но я никогда не зайду там в комнату номер 13, не зайду ни на одну кнопку на лифте номер 13. А почему? В чем суть? Это цифра какая-нибудь нечистая? Я бы сказал, конечно, другое слово, но по-другому не получится сказать. Вот, так как в Ютубе не надо говорить об этом. И поэтому я говорю то, что нечистая цифра, ну нечистая цифра, в смысле нечистая, что мы упадем в этот день, каждый раз несчастные случаи происходят. Нет, дело не в этом. Дело в том, что это сделали так, что люди думали, что цифра 13 опасна для всех. И всегда она будет опасна, пока мы не будем понимать, что это не опасная цифра. И иногда даже приносит счастье для других людей, которые уже поняли, что 13 цифра, и особенно пятница 13. Да, был и фильм про пятницу 13, но что он говорил о том, что в этот день происходит какая-то нечисть и приходит какой-то маньяк, который начинает крушить, убивать всех. Зачем? Почему он это делает? Вопрос. Потому что он хотел сказать, что пятница 13 всегда приходит зло, что-то непонятное. Вот о чем он говорил. Но правда ли это? Вы верите в то, что пятница 13 такая опасная? Если да, то значит завтра вы точно подскользнете и упадете. Я хотел выпустить этот ролик именно в пятницу 13, для того, чтобы люди могли посмотреть, что ничего опасного в этом нет. Но, к сожалению, пока не получилось. Вот. Ну, не из-за того, что я попал в какую-то передрягу. В пятницу 13 я отлично отработал на работе и прекрасно доехал до дома на машине. Так что никаких происшествий не было, потому что я думал о том, что ничего не будет. Вот, и ничего не стало, и не было. Если все идет от ваших мыслей, когда вы думаете о том, что что-то произойдет, обязательно оно может произойти. Но не сразу может произойти, потому что вы, может быть, не постоянно будете об этом думать. Если вы будете постоянно думать об одном и том же, вероятность того произошедшего будет 90%. 10% я всегда даю на то, что, возможно, этого и не будет. Но, скорее всего, будет. Потому что 90% перевешивает на это. Да, вы скажете, почему я не говорю 99% и 9%? Но тогда это будет стандарт. А почему мы по стандартным условиям должны говорить? Нет, это не стандартно. 90% это не стандарт. Вот и все. Поэтому не думайте, что у вас в пятницу 13 что произойдет. И в другие дни, которые вы считаете, что
происходят постоянно беды. В эти дни происходят беды из-за того, что вы думаете, что они произойдут. Да, бывает случайность, когда вы вошли куда-нибудь, и кто-то вас там побил, обокрал или еще что-то. Бывает случайность. Но что ж, обязательно в этот день или на 13-й пятницу вас это убьют или что-то сделают? Нет, не может быть такого. Поэтому, друзья, подписчики и все, кто меня будет смотреть, да, сказать вам о том, что в действительности в пятницу 13 происходить не будет тех вещей, если вы сами будете думать о том, что у вас происходит и будут какие-то несчастья. Вы уже сразу наверняка к себе притягиваете эти несчастья, а вы не притягиваете несчастья, вы притягиваете счастье, любовь и другие вещи, которые нужны для вас. Когда вы начнете притягивать такие вещи, то к вам и будет притягиваться все хорошее. А негатив будет уходить. А если даже кто-то будет вам завидовать, или кто-то будет бросать негатив, то он будет просто проходить через вас или мимо. Вот. Все будет уходить. И все. Поэтому, когда вы пойдете там в пятницу 13 куда-нибудь, просто не думайте о том, что будет плохо. Будет все хорошо. Все будет прекрасно. Вот о чем я хотел сказать вам. Ну вот, ребят, не такой небольшой ролик. Я немного рассказал. Может быть, я, конечно, еще это немножко вставлю про пятницу 13, рассказ между своими речами. И вы посмотрите, правда ли или неправда там, что рассказывается. Да. А кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь, вы увидите много чего интересного в моих рассказах. И не только то, что и упражнения, и много чего есть на канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А для вас рассказывал Крутов Сергей и канал Энергия Человека. Всем пока!